кошмар прекратится. Разбей камень, разрушь планы этих проклятых чудовищ. Следующий абзац представляет собой краткий пересказ журнальных и газетных статей, посвященных странным событиям, имевшим место на недавних археологических раскопках. Хотя они и вызвали бурную реакцию в рядах мелких местных сект, большинство населения быстро о них забыло. Полиция сделала еще более странное заявление. Суперинтендант О'Нил заявил, что после обрушения подземного города в результате мощного землетрясения, нанесшего урон Аркхаменду и прилегающим городам около месяца назад, некий археолог обнаружил в ранее неисследованных безднах этих развалин труп неизвестного мужчины. Как он проник в подземный город, зачем он пришел туда и как добрался до таких мест, куда несколько месяцев не могли пробиться даже археологи, все это по-прежнему остается загадкой. У него был нервный срыв, и, надо сказать, достаточно серьезный. Но сейчас он в порядке, все хорошо. Но я хочу кое-что спросить. Рано утром он несколько раз просыпался. У него бывали кошмары или проблемы подобного рода? Нет. Ясно. Думаю, это было вызвано стрессом на работе и нерегулярным сном. Он должен некоторое время воздержаться от работы. Ему необходим отдых.